Всем привет! Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Александра Кабанель, смерть Франческо де Римини и Паоло Малатеста. Холст масла 184 на 255, 1870 год. Картина находится в музее Арсе. В данном полотне художник обратился к великой поэме Данте Алигьери «Божественной комедии». Александр Кабанель выбрал достаточно популярный сюжет из пятой песни Ада о смерти двух несчастных любовников, заколотых ревнивым мужем Франчески, которому Паоло приходился родным братом. «Любовь сжигает нежные сердца», — говорит Данте. «Иногда она дается слишком высокой ценой». Трагедия произошла во время первого робкого поцелуя, который Паоло сорвал с губ красавицы, когда они вместе читали рыцарский роман. Многие художники давали свое истолкование этого сюжета. Кабанель обратился к ее развязке, когда поцелуй замер на устах. Глаза навсегда закрылись, а из бессильных повисших рук героини выпал роман о любви рыцаря Ланселота и королевы Дженевьеры, так и недочитанный ими. Бледные лица хорошо освещены, они привлекают внимание зрителя к безвременно погибшей красоте и молодости. Фигура ревнивца, заколовшего брата и жену, наполовину скрыта тяжелой драпировкой. Лицо живописец оставляет полутени, тем самым давая почувствовать черноту мысли героя. Он, уродливый от рождения, нелюбимый женой, пристально смотрит на своих жертв, навечно оставшихся прекрасными и соединившими души для скитания в аду. Его напряженный взгляд, следивший за зарождавшейся любовью, словно не оставляет их и после смерти. Вот такое описание к работе Александра Кабанеля «Смерть Франчески де Римини» и Паоло Малатеста я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока.